Самарские организации приглашают к участию в гастрономическом фестивале «Вкусная Казань-2024», сообщает телеграм-канал администрации города «Вести с Дворянской». Фестиваль проходит ежегодно и собирает около 60 тысяч посетителей. В этом году гостей ждет двухдневный гастрономический праздник. Настоящая феерия вкусов и ароматов на площадке у центра семьи «Казан». Свою продукцию представят около 70 участников. Это рестораны и кафе города, фермеры, самозанятые, изготовители сувенирной продукции и товаров народного промысла. Гостей ждут кулинарные мастер-классы, дегустации, розыгрыши, выступления музыкальных групп. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что в Самаре продолжается прием документов для постановки на учет участников СВО и членов их семей для получения земельных участков. Прием граждан ведется по понедельникам и средам с 9 утра до 5 вечера по адресу Куйбышева, 48, кабинет 25. Также заявление можно подать через МФЦ. Хорошая новость для участников, ветеранов СВО и их семей, сообщает телеграм-канал промышленного района. У самарского филиала фонда «Защитники Отечества» появилась техническая возможность записи на прием к социальным координаторам через госуслуги. Вы можете выбрать дату, время и ваш запрос к социальному координатору. Сервис простой и удобный. Записаться можно по ссылке, указанной в телеграм-канале района.